привет! Сегодня я покажу, как я собирала вот такую красивую вазу. Вот такую вазу. Ее можно подарить на 8 марта бабушке, на день рождения маме. Такая красивая и нарядная ваза. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Первые три ряда у нас будут состоять из модулей по 24 штучки. Как обычно, мы делаем основу на острый носик, надеваем коротеньким носиком. Смыкаем в круг нашу основу, выворачиваем вовнутрь, все поправляем. И дальше до 7 ряда наращиваем нашу поделку тоже по 24 модуля. Здесь 7 рядов по 24 штуки. С 8 ряда у нас начнется узор. Значит, 5 модулей мы надеваем, как всегда, надевали. Раз, два, три, четыре, пять. Шестой модуль мы одеваем наизнанку. То есть не коротким носиком вовнутрь, а длинным. Это шестой наш модуль. Опять 5 штук обычным способом. Шестой наизнанку. Опять 5 обычно. Шестой наизнанку и шестой наизнанку. Получилось 4 модуля у нас через равное количество модулей. 4 модуля наизнанку. Далее мы на этот модуль, который наизнанку, надеваем 2 модуля теперь наизнанку. Вот таким вот образом, как показано на видео. Ну и дальше таким же все способом. Thank you.
модуля наизнанку. Теперь 4 модуля мы надеваем наизнанку. 4, потом 5 и на убывание 4, 3, 2, 1. Итак, здесь у меня 18 рядов по 24 модуля. Получились вот такие вот узоры, 4 узора. Теперь мы дальше вот что делаем. Берем 2 модуля и надеваем их как обычно. Раз, два. Сверху еще один на эти два. Пропускаем 2 места для 2 модулей и надеваем еще 2 модуля. Раз, два, а сверху 1. Так, опять пропускаем 2 места для 2 модулей и насаживаем опять 2 модуля. И 1 сверху. Опять раз, два, пропускаем. 2 надеваем. И сверху еще 1. Опять раз, два, пропускаем 2 места для 2 модулей. 2 надеваем. И 2 сверху. Ой, 1 сверху. Раз, два. И 1 надеваем. Должно получиться 6 остроконечных выступа. И эти выступы можно еще продублировать по одному модулю. Можно надеть на вот этот верхний один край, верхний один модуль, который у нас самый верхний. Можно еще по одному на него надеть. Приступаем к сборке горлышка вазы. Собираем в ряд 12 модулей. Берем отдельно 12 модулей. И просто их друг на друга надеваем вот таким вот образом. И присоединяем к плечикам вазы аккуратно между модулями, между вот этими выступами. Вот таким вот образом должно получиться. И так каждый. Вот этот между остроконечными выступами на каждый модуль надеть вот такие вот модули. 12 модулей. Итак, должна получиться вот такая вот ваза. Но это еще не все. В общем, эти модули у меня один листик я делила на 16 частей, вот эти все. Дальше нам понадобятся модули поменьше, листик А4 на 32 части. Дальше делаем мы вот что. Берем 2 модуля, надеваем их на один вот этот вот выступ, что мы сделали, вот таким вот образом, как показано на видео. Так,
Дальше мы надеваем сверху, скрепляем его таким же маленьким модулем. Вот так вот. И так нужно сделать в каждой. Дальше мы на вот эти вот кончики торчащие, которые у нас вот остались, надеваем по 7 модулей. Вот таким образом, как показано на видео. Сюда 7 и на эту сторону тоже 7. И одним общим модулем их надо скрепить вместе. Вот так. Вот так вот должно получиться. Потом сюда еще один сверху надеваем. И еще вниз ряд. Теперь здесь сделать точно так же и везде по кругу. И в итоге получается вот такая ваза. Понравилось видео? Ставим класс, пишем комментарии. И всем пока!